Ровней на середину! Товарищ полковник, полицейские наряды на общий развод построены. Заместитель командира батальона, подполковник полиции Поснов. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищ полковник. В совместном инструктаже и разводе полицейских нарядов на площади у Троицкого собора приняли участие сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы, автоинспекторы, кинологи, бойцы специального отряда быстрого реагирования «Булат» Росгвардии, народные дружинники, сотрудники частных охранных предприятий. Во время инструктажа была проверена готовность полицейских к несению службы, получены ориентировки на подозреваемых лиц в совершении преступлений. При несении службы соблюдать Конституцию Российской Федерации, закон о полиции, гражданам обращаться культурно, вежливо, но требовательно. По итогам прошлого года почетной грамотой за активное участие в охране общественного порядка и оказание помощи органам внутренних дел был награжден командир Щелковской народной дружины Дмитрий Лазуткин. Затем перед строем свое мастерство показали отдельные подразделения. Сотрудники патрульно-постовой службы продемонстрировали приемы защиты от холодного и огнестрельного оружия. Центр кинологической службы помогал автоинспекторам обнаружить в восстановленном автомобиле запрещенные вещества. В машине найдено запрещенное вещество. Кинологи показали также навыки своих питомцев по общему курсу дрессировки и задержание преступника при помощи служебной собаки. Но самым эффектным выступлением стали действия бойцов СОБРа «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области, которые задержали автомобиль с предполагаемыми преступниками. Вся операция заняла меньше одной минуты. После показательных выступлений и прохождения торжественным маршем полицейские отправились по маршрутам и постам несения службы. Сергей Дадыко, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».